Приветствую вас в пятой части прохождения Crusader Kings. Так, у нас еще незаконченная война. С фракциями будем тогда потом разбираться. И что-то, по-моему, у нас со здоровьем, да? У нас ожирение, по-моему. Да, серьезный штраф к здоровью. Это очень плохо, потому что наследник не готов. И... сбросить вес. Ну-ка, потери веса. Принесите мне сакамоний. И давайте сразу созвать охоту, конечно же. Потому что у нас иначе просто окочурится. Так, а врач-то у нас есть? Врача нету. Надо врача обязательно. Чтобы был под рукой хороший врач. Так. Александра. 15. Это 10. Сейчас посмотрим. Уже. А тут у меня кто в совете? Тоже 15, а есть еще лучше? Нет, никого нет. Ладно, пускай будет придворный врач. За 55, шут с ним. Так. Местный проводник, опыт. 150 престижа и... отлично. Так, значит, это, во-первых, что-то мы порешали. Это ваше ворожее. Так. Тяжеленько, тяжеленько. Прирост стресса плюс 25. Это их грабят. Война еще очень неудобная на самом деле положение. Сейчас шатче, чем может показаться. Прям очень шаткое положение. Так. Слабое влияние на королеву, это хорошо. Пусть она будет под влиянием. Ну что ж так, что ж так хреново они все захватывают, а? А это что, кто-то другой захватил? Не я, что ли? Карачев какой-то еще вмешался. А я и думаю, что у меня так очков мало? Они охренели, что ли? Так, я же сына назначил, я его обучаю, все правильно, да. Вы потеряли модификатор ожирения. Ух ты. Колоссальный бонус сопротивления. Бдительная забота. Ранами и болезнями этого персонажа внимательно занимаются. Отлично. Вот это из-за того, что я врача нанял. Вовремя. Так, может быть, мне тогда прекратить терять вес? Или все-таки еще немножечко потеряем? Давай немножечко еще. Совсем чуть-чуть. На полшишки. Так. Прошу прощения за мой французский. Так, мы победили, закончили войну, отжали себя. То, что нам принадлежало по праву. Армии нужно время на восстановление, у нас потери очень большие. Так, интриги качаем. Опять превышение домена, естественно. Узурпировать титул я могу, но... персонажа, участвующего в войне, не могу. Но это ладно, мы подождем. Так, выплаты с королевы могу потребовать. Либо что я могу еще сделать? Отдадим два вот этих вот вождества. Стародуб и вот эту вот фигню. Новгород Северский, вот это. Сыну, все нормально. Так, о союзе, конечно, договариваемся. Польша очень сильна, так что на нее тоже сфабрикуем рычаг влияния. Даже я деньги из них не буду вымогать. Потому что тут не до этого, на самом деле. Они слишком сильны. Так, и нужно тут вот на пахотных землях максимально... максимально все застроить. Что возможно. Престиж. Давай. Пофиг, что дорого. Сейчас не до этого. Не до экономии. Так, ну пока я не могу уже что-то тут строиться, все. Ну, я только что начал строить, я просто думал, что несколько они уже позволяют, но нет. Так, культуру русскую насадим. Надо контроль поднять, естественно, в столице. Они что-то сбрасываются эпизодически. Надо интегрировать, естественно, титул. Начнем вот с этого, потому что тут Литва рядом тоже, она только и ждет удобного момента.
Вот, блин, у меня действительно такая ситуация, что кругом одни враги. О, еще у меня родились Доброслав и Александр. Два малыша. Отлично. Супер. Так, надо ему тоже дать образование. Ну, получается, кто... Ну, пусть он будет дипломатом. И пусть его, соответственно, обучает какой-нибудь дипломат. А у меня-то и дипломата нету нормального. Опа, а в Польше есть крутой дипломат, но это мне придется ее похитить. Ладно, давайте вот тут как раз сейчас с королем мы доразбираемся. На него сфабрикуем рычаг влияния. Отлично, 55, но зато сильное влияние, так это шикарно. Я с него могу теперь деньги трясти постоянно. Да. Так. А вот ее мы как раз похитим. Больше никого там лучшего нету, она... Молодая, мы ее похитим, она будет обучать наших детей и премудростям дипломатии. Отлично. Так, а другая девчушка пусть будет, ну скажем, ученой. Может, ее-то хоть у нас есть какой-нибудь ученый? Кто... Во, да. Есть крутой ученый. Нет, какая нахрен помолвка? Образование. Фух. А, то есть на помолвку он согласен? А образование давать нет, да, но властитель дум все равно, вот в вороже есть. А это какой он? Лох какой-то. Так, вот она пусть обучает ее, отлично. Сразу в будущем будут родственники у нас на всех ключевых постах. Ну, если получится, конечно, но скорее всего кто-нибудь из них умрет, кто-нибудь еще там кое-нибудь пропадет. Наследнику пока 12 лет, пока еще умирать нельзя от ожирения, надо ему... Надо продолжить терять вес пока. Вождь Степан может быть вассализирован. Конечно, вассализирован. Как только, так сразу. О, еще одного. Отлично. Передать могу. А кому я его передаю? Вассалу? А зачем? Незаконный сюзерен. Ну давай, передадим. Нам рекомендуют. Черт знает их. Сложные взаимоотношения. Так, я в наследование на титул, но у меня тут еще другие интриги. Ладно, это мы потом разберемся. Канцлер у меня очень крутой, брат. 26 очков, очень крутой. Вау, я совсем забыл, что у меня принять абсолютно авторитет вождя я уже могу. Конечно, принимаем. Ни хрена себе стоимость. Ну ладно. Опа, опять 25. Когда вассалы умрут, держава потеряет землю. Ну вы чё? Тут сказано, если вассал будет дети, то проблема решится сама собой. Так что, в принципе, я думаю, у них... Они еще молодые, у них все впереди, естественно, проблема решится. Вроде реально, персонаж даже еще немного вес потерял, прям лучше стал выглядеть даже. Так, у меня какое-то событие, могу докопаться до сути и получить одно достоинство пути интриг чуть пораньше. Я понимаю. Она не замечает вас. Давайте продолжим следить. Так, одно очко получил раньше времени в интригах, хорошо. Эффективность противодействия проискам. И сейчас сразу еще одно получу. Потому что я гений. Ух ты, сострадание. Не-не-не. А, потерять свою сестру, получить бесчувственность. Да, лучше правителю, наследнику быть бесчувственным. Я, конечно, стресс получу, но... Блин, 50% шанс. Ну... Зараза, получила свойство на страже. Блин. Ладно, шут с ней. Я просто хотел ребенку дать образование с ней, но не хочет, как хочет. Ладно, пусть вот этот вот израненный и с обезображенным лицом обучает ребенка тогда премудростям. Так, еще один навык, готовность ко всему, отлично. Блин, надо еще несколько лет бы протянуть. О, помогу узурпировать титул. И узурпирую, конечно же. Шикарно. Так, слишком много у меня герцогств. Давайте Аполия кому-нибудь туда дадим. Ну, брату, например. Нет, Аполия, даровать. Вот ему. Он же королевство-то не... он может королевство создать? Нет, вроде не может, там другие вассалы, у него вождество Тверь, хотя, но...
Не сможет. Ладно, давай, надеюсь. Остается вассалом. Все. Так, какая-то интриганка у меня тут крутая есть, пускай помогает. Так, опять тут фракции всякие против меня готовят. Так, да, по линии наследования надо одного лишить. Лишить наследство. Придется. Иначе король будет еще один. Король может быть только один. 14 лет наследнику. Что? Что с сексуальной ориентацией? Так, это, конечно, жесть, но ладно, я буду надеяться на то, что... все равно мы его женим. И все равно там что-то получится. Так, придется забухать из-за того, что друг умер. И охоту и созвать не могу, зараза. Ну, давайте прекратим терять вес. Крестьяне против меня подняли восстание. Кстати, ко мне перешел по наследству, походу, Минск. Да. Так, могу передать вассала. Давайте передадим. Так, титул Минск могу создать. Ну, это восстание тут подавим. Да. Видите, слишком много интригами занимался. Слишком мало был дома. Так. Ну-ка, попытаем немножечко. Канцлер. Чё ему не нравится? Ну чё? Отлично. Теперь у нас будет крутой дипломат. Не-не-не, мы с тобой договоримся. Завербовать и влияние. Отлично. Так, ребенку, значит, прекращение опекунства. Пусть его обучает другая крутая дипломатка, которую мы похитили. Вот она. Нет, блин, помолвка. Ёлки-моталки. Дать ребенку образование. Вот она, вот она, вот она, 18. Отлично, пусть дает образование. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Канцлер, вот этот у нас. Надо с ним разобраться. Могущественный вассал. Так. Надо на него что-то накопать. Или потребовать обращения. Давайте сфабриковать рычаг влияния. Так, вот этот тоже мы потребуем обращения. Отлично. А у нее какая конфессия? Тоже пусть жена будет обращена. Конечно, они отказываются просто так обратиться. Слушайте, у меня же было сильное влияние на... он умер, я думаю, почему я бабло с него не получаю? Так, ну прекращаем там влияние на какую-то эту. Давайте улучшим отношения. Давайте, во-первых, фракции посмотрим. На этого мы уже копаем. Вот этого можно. Потребовать обращения и... попробовать улучшить взаимоотношения. Может, получится. Так, поиск секретов. Дружились с королевой. И сильное влияние на вождь Никита я получаю. Отлично. Потребовать платы 50. Отлично.
Вы получили плохое знамение. Здоровье умеренный штраф. Ну, врач есть, пусть отрабатывает. Хотя тут сложно отработать, когда уже 60 лет. И здоровье слабое. Так, могу двойные происки вести, это очень круто. Но, правда, поздно, но лучше поздно, чем никогда. Так, давайте рычаги влияния сформируем на вот этого еще. Вот так-то. Продолжим насаждать нашу культуру. Херовенько. Так. Напился до смерти. Король Вышата восходит на трон, получив власть 15 лет от роду. Он будет полагаться на свет в первые годы своего правления. Мне нужно продержаться год до 16 лет. Ситуация критическая. Если я кого-то назначу на должности, я боюсь, что... ничего хорошего из этого не выйдет. Так, а у этого... нет, этот лучший управленец. Да. Хотя, вот она запугана. Ну, давайте попробуем. Так, узники у меня есть. Накупать их без толку. Навыки у них, ну-ка. Завербовать. И влияние могу? Могу. Так, а этого могу завербовать? Влияние? Нет, влияние не могу. А у него что полезное есть? Нахрен мне нужно. Давайте тогда казним. Получим ужас еще небольшой. Ужас 12. Мать могу с кем-то свести в брак. Ну вот, с каким-то карликом, но... да, это не матрилинейный брак. Матрилинейный с кем? С Гамбургом. Но он очень далеко находится и слабое. Вот, могу с ярлством Зеландия. Так, мне, значит, 15 лет. В Зеландии есть кто-нибудь постарше, нет? Самое старшее это вот это, невзрачность, блин, наследуемое свойство, охренеть. Да вот это вот давайте. А, нет, еще могу через Зеландию. Матрилинейный брак, подожди, а если ему подарок отправлю? Давайте попробуем через подарок, опа. Отношения улучшили. Устроить брак. Нет, нет, нет. Ну-ка, плюс 30. О, даже матрилинейный брак получится заключить, отлично. И это я потому что ему подарок отправил, задобрил. Все, и все равно мы получим союзников сильных. Так. Это шаг номер раз. Еще сестра есть. Да ладно, с Польшей можно. А если матрилинейный... нет, матрилинейный вообще без вариантов. Да, с Польшей тоже нужно. Чем больше союзников, тем лучше. Нам сейчас нужно выжить как-то. Так что придется пойти на это. Так, и еще вот один. Так, с кем я могу? Лазуиц. Он где находится-то? Ну, рядом с Польшей. Ладно, не будем. Пока достаточно. Ставим про запас. Нам нужно продержаться совсем чуть-чуть. Добрыня у вас на крючке. Так, берегитесь, Добрыня. Много герцогств. Союз заключен. Так, кому-то могу отдать Гродно. Давайте вот кузену и вассалу отдам. Можно еще Витебск, Оршу отдать. И Менск, или это слишком будет? А если так, Новгород Северский нет. Козельск тоже я хочу себе оставить. Вот так вот. Так. Все, штраф будет снижен. Надеюсь. Так. Все, отлично. Так, мне нужно, чтобы мне кто-то образование дал. Вон, пусть тайный советник. Могу ей какой-то подарок отправить, да, 18 штук, давай. И пусть она мне образование дает. И вообще дает. Так. Как бы... служила моему отцу, какого черта она мне, блин, не хочет служить. Ну, так-то лучше, плюс 25 отношения. Фигово, что вот с этим плохие отношения.
Давайте пока просто помешает она проискам, потому что, скорее всего, меня могут попробовать убрать. Врача нету, я думаю, либо сразу его найти, либо кто-нибудь из совета есть более грамотный. Евдокия есть, а это кто, на вассал? Нет. Не вассал, давайте вот ее и сделаем ее врачом. Отлично. Так, вот здесь палабская культура, 19 лет. К западнославянской культурной группе. Но все равно это близкое. Ближе тут, наверное, никого нету. Хотя вот кто-то есть, в принципе, тоже 17 лет, неплохо. Интеллект как раз. Можно вот ее. Да, я думаю, вот эту 17 лет давайте попробуем. Интеллект, гениальность. Это что, сразу два можно свойства получить? Вряд ли. Детям. Ну, увидим. Вот и увидим как раз. А что такое? Я же с ней помолвку отправил. Что случилось-то с ней? Вот дают. Что за жесть? Тут перехватил. Ну ладно, давайте с аварской культурой. Блин, минус 300 престижа получу. Из-за статуса, наверное, у нее статус ниже. Но шанс завести детей средний. Ладно, вот давайте еще с одной интеллектуалкой. Отлично. Когда ему там уже исполнится возраст? Король Вышата, теперь ты мужчина. Мое мастерство весьма похвально. Существенно превосхожу ровесников. Да, отлично. Неуловимая тень. 21. Талант. Талантище. Так. Ну, у меня сейчас... Что у меня сейчас? Конечно, деньги... Я бы через управление пошел, но это очень большой риск, потому что сейчас у меня очень шаткое, как я уже говорил, положение. Поэтому давайте сразу через интриги, а потом я уже вернусь к управлению. Сразу начнем через похищение и фабрикацию претензий. Вот здесь вот. Создание подложных инструментов влияния. Потом два раза качнем эти пытки, и потом уже вернемся в управление. Так, с маршалом очень плохие отношения, надо его заменить. Он охранял, что ли? Скотина неблагодарная. Так, с канцлером тоже плохие. Но выбирать не из кого. Вообще, как так не из кого выбирать? У меня же тут на 22 меня обучала супер этот... супер дипломат. Вот, вот она. Почему ее-то нельзя сделать? Доктрины конфессии славянского язычества гласят, что женщины не могут получать титулы в дар от правителей. Ну, понятно. Но, по крайней мере, вот она, эта канцлер, запугана. Это хорошо, хотя бы она против меня не пойдет. Я надеюсь. Так, я могу на нее? Нет, не могу. Влияние пока не изучено. Ладно. Да, тут назревает прям что-то. Ух ты. Безобразие. Помолвленные могут пожениться. Да. Отлично. Так, я могу убить вот этого, который вклад в армию 26% делает. Этой фракции, которая против меня мутит. Надо попытаться это сделать. Это касаемо интриг. А что из этого выйдет, вы узнаете уже в следующей части прохождения. Если хотите, ставьте лайки, подписывайтесь и строчите комменты. Пока-пока.